Традиционное для нашей области первенство ежегодно собирает лучших представителей легкоатлетического спорта на просторах Могилевщины. На протяжении двух дней спортивная арена «Олимпийца» станет местом встречи сборных команд из всех областных центров Беларуси. Программа соревнований насыщена легкоатлетическими дисциплинами. Атлетам предстоит состязаться в беге на разной дистанции, в том числе и в беге барьерами, в прыжках шестом и высоту, тройном прыжке, толкании ядра и спортивной ходьбе. Легкоатлетическое многоборье также войдет в программу. Лучших атлетов наградят как в личном, так и в командном зачетах. Здесь представлена вся страна. Все-таки это главный старт для отбора и главный старт для ребят, в принципе, чемпионат страны. Но мы стараемся, чтобы статусность этого мероприятия была всегда высокой. То есть ты чемпион страны, ты лучший в своем виде, в своем возрасте, и это важно. Эти соревнования являются основным этапом отбора для участия в международной матчевой встрече юниорских сборных команд 8 стран: Беларуси, Украины, Франции, Латвии, Литвы, Турции, Польши и Эстонии. По статистике, среди сильнейших регионов лидируют спортсмены из Гродно, Бреста и хозяина соревнований Могилева. Ну вот эти три региона, как правило, между собой борются за звание лучшей команды, а мы такое всегда подчеркиваем, первенство между областями, потому что это отражает развитие легкой атлетики в регионах. Матчевая встреча юниорских команд пройдет в Минске с 24 по 26 февраля. Это масштабное событие для белорусских спортсменов и возможность в условиях высокой конкуренции показать мировые результаты, не выезжая за пределы страны.